Всем привет! Сегодня я хотел бы обратиться к тем своим зрителям, подписчикам, которые начинали смотреть мой канал очень-очень давно, когда начиналась тематика разработки сайтов. То есть я обучал на своем канале разработке сайтов, в основном на WordPress, также были закрытые курсы по верстке и про то, что связано вообще со сферой разработки сайтов. И как вы знаете, примерно год назад я прекратил эту тему, это направление и перешел полностью под мобильную разработку. Но мне по-прежнему очень часто пишут люди по разработке сайтов, именно просят чему-то научить, что-то показать, что-то объяснить. И смотрите, я решил возобновить эту линию своих видео, раз так много людей, которые хотят именно обучаться созданию сайтов, и кому в принципе интересна эта сфера создания сайтов, я создал отдельный канал. Ссылка на этот канал будет в описании под видео. На этом канале, на котором вы сейчас смотрите Мобу, здесь будет исключительно тематика мобильной разработки, так как очень много людей, которые хотят обучиться на Android разработчика и не могут сделать это полноценно, быстро, то есть оперативно и качественно. И поэтому я на этом канале помогаю таким людям обучиться на профессию Android-разработчика. Это очень важное направление моей деятельности, которое занимает очень огромную часть меня. И, естественно, я не закончу обучать Android-разработки. Я буду по-прежнему обучать Android-разработки. Буду делать это и буду обучать именно на этом канале. Также видео будут выходить 2-3 раза в неделю. Также действует курс Android-разработчик за 3 месяца. Он очень эффективный. Хотите стать Android-разработчиком, записывайтесь на курс. То есть на этом канале будет исключительно мобильная разработка. Если вы тот зритель, которого интересует именно сайты, разработка сайтов, сфера сайтостроения, веб-разработка, тогда вы можете подписаться на мой новый канал, ссылка на этот канал будет в описании под видео, и там будут выходить видео примерно два раза в неделю. Там будет посвящена тематика разработки под WordPress, будет тематика верстки, создания различных эффектов и программирования в вебе. То есть все, что касается с вебом, сайтами, будет именно на том канале, на новом канале, который создал, ссылка на который будет в описании. И что самое главное, весь контент там будет открытый, бесплатный, там не будет никакой продажи курсов и никакой продажи курсов там не будет. Будет все в открытом доступе, все бесплатно, и вы сможете со мной консультироваться. То, что останется здесь останется исключительно мобильная разработка, Android-разработка и мой основной флагманский курс Android-разработчик за 3 месяца, который является очень эффективным. Если вы хотите стать Android-разработчиком, то записывайтесь на этот курс. Это мое сообщение, короткое такое, оно адресовано именно к моим старым зрителям, подписчикам, кому интересна сфера разработки сайтов. Если вы интересуетесь Android-разработкой, это видео не будет вам интересно, поэтому можете выключать его сразу.